Блондинки, брюнетки, мамы, бабушки – самые красивые и любимые женщины города стали главными гостями праздничного вечера. Артисты Саровского драматического театра признали саровчанкам в любви словами известных литературных героев из классических произведений русских и зарубежных авторов. Скажи мне сделать то, что не в силах сделать ни один человек на свете. Я сделаю. С теплыми пожеланиями к саровчанкам обратились первые лица города и ядерного центра. Вдохновившись весной и самым красивым праздником в году, они тоже заговорили стихами. И пусть вас всегда, так, точнее, как можно чаще, посещают такие ощущения, когда и сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы. Музыкальную часть вечера продолжил Нижегородский губернский оркестр, который не в первый раз приезжает с концертом в наш город. Музыканты подготовили для женщин самые яркие и любимые композиции. Наши женщины самые лучшие в мире. Можете мне поверить, я много лет уже прожил, объездил почти весь мир, но лучше наших девушек и женщин нигде нет. Специально для жителей нашего города артисты включили в программу концерта песню о Сарове из альбома оркестра, который посвящен 300-летию Нижегородской области. Это «Песни земли Нижегородской» называется, где есть песни всех районов Нижегородской области. 52 района, 52 песни, и в том числе песни о Сарове. Королева красоты Бабаджаняна, Лада Шаинского, разговор со счастьем Зацепина и другие известные шлягеры советского периода в исполнении солистов губернского оркестра создали в зале атмосферу праздника. Елена Грискова, Владимир Лесик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.